На этот раз ситуация не совсем обычная. У застройщика отсутствует и договор технологического присоединения с Кубанэнерго, и договор с энергосбытом. Жилой многоквартирный дом самовольно подключен к воздушной линии электропередачи. И это при том, что сети в этом районе на такую нагрузку просто не рассчитаны. И пострадать от перегрузки могут и жильцы окрестных домов, и оборудование. Отключают незаконных потребителей в теневом переулке уже не первый раз. В ходе рейдовых мероприятий сочинскими электрическими сетями ранее был выявлен факт бездоговорного потребления электроэнергии. Данный объект был отключен от линии электропередач и был выписан акт на бездоговорное потребление электроэнергии. Объект подключился повторно к электросетям, то есть в дальнейшем так продолжаться не будет. Хищение электроэнергии преследуется по закону. О фактах незаконного потребления энергетики сообщают в мэрию города и правоохранительные органы. Рано или поздно нарушителям обязательно придется выплачивать причиненный ущерб по максимальной пропускной способности незаконно присоединенного оборудования, а также нести административную и даже уголовную ответственность. Новостройка в теневом переулке пока полностью не заселена, но некоторые собственники уже делают ремонт, не догадываясь о проблемах дома. Усиливая борьбу с незаконным потреблением электроэнергии, сочинские электросети защищают интересы добросовестных горожан, отмечает директор предприятия. Надо понимать, что любое незаконное подключение наносит не только ущерб сетевой компании, но еще и создает неприятности с точки зрения надежного и качественного энергоснабжения иным потребителям, которые выполняют свои обязательства по платежам, соответственно, с действующим законодательством. Ну и в норму, соответственно, постановления правительства номер 442 мы обязаны вводить незамедлительно ограничения при поиске такого рода подключений, что мы, соответственно, и делаем. Энергетики напоминают, в 2016 году были внесены изменения в административный кодекс. Теперь ответственность за незаконное потребление электроэнергии значительно ужесточилась. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.